С дефицитом качественных семян пшеницы столкнулись крестьянские хозяйства в Туркестанской области. Аграрий Манасбек Бекбаов говорит, проблема не решается уже несколько лет. А между тем от качественного семенного фонда зависит успех всего сельскохозяйственного сезона. Мы сейчас покупаем пшеницу так. У кого хороший урожай, у того и берем семена, потом сеем. Мы даже не знаем, какой сорт. Нам нужны качественные элитные сорта пшеницы. Согласно мировой практике, хотя бы 3% пашни должны быть засеяны элитными семенами пшеницы. Но в Туркестанской области этот показатель намного ниже. По словам аграриев, качественные семена выращивают и продают всего 2 хозяйства. Из-за этого они в дефиците. Ученые уверены, все потому, что эта отрасль работает без господдержки. Мы можем обеспечить только 44-48%. Семенную науку государство не финансирует, поэтому мы ведем эту работу за счет других проектов. В этом году в Туркестанской области из 227 тысяч гектаров всего 5 тысяч засеяли элитным сортом пшеницы. Как рассказали в Управлении сельского хозяйства региона, на приобретение высококачественных семян выделяются субсидии. В этом году на покупку элитных репродуктивных сортов из бюджета в Туркестанской области выделено 600 миллионов тенге. Кроме того, государство субсидирует также 50% закупаемых препаратов для применения пестицидов и гербицидов. По мнению экспертов, региону нужно больше хозяйств, которые будут производить и продавать качественные сорта пшеницы. В Минсельхозе разработан комплексный план по развитию селекции и семеноводства Казахстана на ближайшие 4 года. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».